Міжнародний день танцю 29 квітня управління спорту та молодіжної політики разом із Центром «Спорт для всіх» провели спортивно-масовий захід – фестиваль спортивного танцю. Це було справжнє свято, в якому взяли участь одні з найкращих танцювальних колективів Подільська – «Лакшері», «Престиж» та «Грація». Фестиваль розпочався показовими виступами, захоплюючими яскравими номерами, в яких молодь мала змогу продемонструвати свої таланти та здібності. Після танцювальної програми для учасників була підготовлена весела, рухлива та корисна для здоров'я спортивна програма. А саме – естафети, вікторина та кросфіт. Атмосфера бадьорості та гарного настрою панувала в залі майже 2 години. Всі колективи виступили гідно. Але в цей день удача посміхнулася студії циркового мистецтва «Грація». По завершенні заходу учасники отримали грамоти та подарунки від управління спорту та молодіжної політики. А головне – чудовий настрій, заряд бодрості та позитиву. Центр «Спорт для всех» с отделом молодежи и с отделом физкультуры и спорта провели спортивные мероприятия. Тематика – это танцы, это спортивные эстафеты. Вот, так сказать, после перерыва, после карантинов, после локдауна, наконец-то есть возможность «Спорту для всех» показать спортивные мероприятия. И сейчас это было начало. Мы, пользуясь случаем, приглашаем всех жителей нашего города, нашей громады, выходите на наши спортивные площадки. Мы начинаем сейчас в мае месяце спортивное движение по городу, по спортивным площадкам будем проводить мероприятия, поэтому просматривайте нашу группу «Подольские спортсмены». Мы будем анонсировать все наши спортивные задумки, которые будут проводиться в мае месяце. Их будет очень много, поэтому следите за анонсами и приходите на наши спортивные объекты для того, чтобы поддерживать свою спортивную форму, быть активным и веселым. Сегодня в нашем мероприятии участвуют 3 танцевальных клуба. Это «Престиж», «Лакшери» и «Грация». Ребята показали в начале свой мастер-класс, показали танцевальные номера. И потом «Центр спорт для всех» погонял их уже по спортивным веселым эстафетам. Поэтому все довольны. Сейчас, вот, как вы видите, проходит викторина интеллектуальная на спортивную тематику. И 9 мая мы будем проводить спортивные мероприятия «Казацкие разваги» в Центральном парке. Поэтому желающие поучаствовать, показать свою богатырскую силу, мы приглашаем вас, поэтому приходите, занимайтесь спортом для всех, будьте активными и будьте здоровы.